Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Это телефон Samsung Galaxy A51. И сейчас я вам покажу, как на этом аппарате сделать сброс настроек, не потеряв данные личные, да, там всякие, которые вам нужны. И приложение, естественно, тоже не удаляться. Итак, вначале нужно перейти в приложение «Настройки». Затем нужно спуститься в самый низ, выбрать пункт «Общие настройки», нажать «Сброс». Затем первый пункт самый «Сброс настроек». Нажимаем «Сброс настроек», вписываем свой пин-код, нажимаем «Далее», нажимаем «Сбросить» и ждем, пока телефон перезагрузится и сбросит все кастомизированные вами настройки, установит настройки по умолчанию. Это нужно для того, чтобы, допустим, вы пользовались телефоном, пользовались, наклацали там что-то, теперь вам не нравится, вы думаете, что раньше было лучше. Вот для вас это и есть. Ждем, пока телефон перезагрузится. В принципе, все настройки уже сброшены. Как вы видите, телефон перезагрузился. Только я ему немножечко, совсем чуть-чуточку помог. Да, все настройки были успешно сброшены. Ему особо сбрасывать было нечего. Но у вас, возможно, это может занять чуть дольшее количество времени. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!